Так, мне сказали нажать сюда. Ну. Если у кого-то что-то случится, вы залагаете телефон вот в этой коробке лежат в детстве. Мало ли за это. Так, что, я же могу еще в туалет быстро сходить? Да, понял. Знаешь туалет? Ну, при входе, правильно, что-то надо? Ну да, при входе направо. Что вообще не надо? А, мне надо? Я же дай кое-что. Да, надо. Надо ничего сказать. Зачем что-то рассказывать? Надо бритву купить, побриться. Там есть номера. Ну есть, вот это я буду брить. А пена есть в номере? Пена есть в номере? А я без пены, я же в армии служу. А я не служу. А, тебе могу взять пену. Зашел телефон и скидывайте. Ладно, ладно. Ты как в камере? Прохладно? Все в общак. Слышь? Слышь? Да. Телефон сюда дорогой дал? Чего, бывалый отжимает. А кого-нибудь варно? Шпионы сзади сидят. Да? Да, и с фейслес, если что. Поэтому пик... Все, пиратской аналитики не будет пика. Сори. Шпион. К сожалению, аналитики пирата и аналитики Корбана, и даже аналитики Жотма не будет перед этим матчем, поскольку слева от меня сидит шпион команды фейслес. Бам! Дули. Ура! Вот, кстати, вся таблица. И сколько очков за сегодня? А нам уже написали очки? Нет, нам еще не дополнили. У нас будет 4. Хорошо. Держи в курсе, Дима. Держу в курсе. Обидно. Очень обидно. Чего обидно? Что мы первые так без интернета отдали. Ну эти 4-0 было бы лучше. Да, всех уже. Жать охота. Это молодец. Что, Диман, едем? Тебя мило ливо. Я туда не поеду больше, пацаны. Вот туда я даже за деньги не... Даже если меня заплатят. Я могу вас только отвезти и оставить там. А, что, про ту? Да, ну да, можешь зайти вот там на стеке, такие муа, просто такие муа, муа, такие муа, отвечают. Я облизывал, как бы. Может, ты мех заказать? Я облизывал, уже не закажешь. Все, все остальные бэджи взяли? Он просто не пробовал эти пельмени. Я тоже не пробовал пельмени. Вы взяли, съели. Сейчас давай, предсказание от Гостика, давай. Сейчас нет. Не, давай. Калибровка от Гостика по поводу так, давай, калибровочку. Калибровка, значит. Все команды, которые хорошо здесь играют, займут хорошие места. Так. Все команды, которые играют хуже тех команд, которые играют хорошо, займут места пониже. Вот такой мой прогноз. То есть это твоя калибровка? Это моя калибровка. Короче, вот объясни мне, как я увидел спиной, в какой лифт заходить, а ты, 60-летний молодой человек, не заметил, стоя лицом туда. Как это произошло? Эта команда
состоит из очень уникальных людей, харизматичных. Эти люди всегда меня обижают здесь. Нет. Они всегда говорят, что я старик, что я воевал с немцами в 43-м году, что я... Что еще, Андрей? Ну, что ты просто хороший парень. Что я хороший парень, это уже на камеру пошло в моменты все эти. Нет, я так всегда говорю. Что я воевал с Наполеоном. Нет. Было дело. Было дело. Наполеон. Было дело.